Гордон? Гордон, слава богу, ты жив. Погоди, я помогу тебе выбраться. Надеюсь, она не сломана. Отойди. Жму. Ого, я и забыла, какая у нее отдача. Держи грави-пушку. У тебя лучше получается с ней общаться. Когда я решила, что потеряла тебя... Знаю, знаю. Ты всегда сумеешь выкарабкаться. Ладно, надо двигаться дальше. Уверена, комбайны не оставят нас в покое. Буквально пару минут назад я слышала голоса вартигонтов. Может, они все еще поблизости? Нам предстоит долгая дорога. Помощь бы очень пригодилась. Боже мой, цитадель! Что там происходит? Войны. Надеюсь, они не повторятся. Раньше этого здесь не было. Не удивлюсь, если тут были повстанцы. Не так уж здесь и безопасно. Папа с доктором Кляйнером находятся на старой ракетной базе к северу отсюда. Надеюсь, они все еще используют эту частоту. Они хотят запустить... Ага, получилось. Черт. Ну что еще? Если бы я... Посмотрим, удастся ли мне его починить. Бардак. Придется повозиться. Если у тебя возникнут какие-то идеи, не стесняйся проверять. Не пойму, что я сделала, но это помогло. Ну, попробуем.
Белая роща! Белая роща! Это Алекс Вэнс! Вы меня слышите? Белая роща, ответьте! Белая роща, вы меня слышите? Алекс, господи, неужели это ты? Да, Гордон рядом со мной. Нам удалось выбраться из Сити-17. Алекс, слава богу. Это просто невероятно. Не волнуйся, папа. С нами все в порядке. А вот с цитаделью творится что-то очень странное. Да, мы тоже наблюдаем за ней. Кто-то контролирует процесс распада и собирает энергию в портальный луч. Это комбайны. Они пытаются открыть новые врата. Именно так. Вы наблюдаете перед собой зарождение сверхпортала. Если он наберет полную силу... Но повторится семичасовая война. Только на этот раз нам не продержаться и 7 минут. О, Господи. Гордон? Так вот для чего они отправляли эти данные. Чтобы... Данных? Из цитадели? Мы были в зале управления. Они скармливали огромные пакеты данных программе уничтожения ядра. Магнусон слышал? Даю голову на отсечение. Это был код портала. Слышал, не глухой. Я скачала весь пакет. С тех пор за нами погоня. Еще бы. Понимаешь, Клайнер, это краеугольный камень всех их планов. Прекрасно понимаю. Когда это я сказал, что... В программе уничтожения должен был быть заложен код сеанса связи с внешним миром. Так вот, юная дама, к вам в руки попал код связи с главной инопланетной базой Боже комбайнов. Мой. Если я не ошибаюсь, а ошибаться мне нет причин, то это тот самый код, который пытался получить доктор Мосман. Сколько вы будете сюда добираться? Мы лишились всех вещей, но скорее всего... Нельзя терять ни минуты! Мы ускорим подготовку к запуску. Как только вы появитесь у нас, мы закодируем спутник и отправим его на орбиту. Торопитесь, ребята! Только ради папа. Бога, будьте осторожны. Утверждена способность организма к размножению. Ответь, папа, ты меня слышишь? Начинает. Папа! Установлена отдаленная за нами по-прежнему погоня. Приказ надо уничтожить. От них оторваться. Удостовериться в прекращении жизнедеятельности. Идем ограничить сюда. Доступ к подуровню. Удачно! Это сработало! На тебя всегда можно... У доктора Магнусона белой мощи спрятана ракета. Он хотел запустить спутник, чтобы внедриться в старую систему связи черной мезы. Но пока комбайны не лишились силы, это было нереально. Не знаю, как он собирается с помощью этого спутника закрыть портал. Разберемся на месте. Что это было? Тише, тут кто-то есть. Гордон не придумал, как открыть ворота. Будь осторожнее. Я жду здесь. Боже мой!
Алекс Венс, что за беда стряслась? А, Фримен, ты невредим, и это доставляет мне радость. Но Алекс Венс попала в беду. Моих сил не хватит, чтобы ее исцелить. Я призову на помощь соплеменников. Мои соплеменники встретят нас в подземном убежище. Надо скорее отнести ее туда. Я буду поддерживать в ней жизнь, если Фримен возьмется прокладывать нам дорогу. Поторопимся, Фримен. В глубине шахт нас ожидает помощь. Время на исходе. Ее состояние ухудшается. Береги себя, Фримен. Фримен, если можешь, прибавь прыть. Я отнесу ее к моим соплеменникам другой дорогой.
обнаружено ОВИ. Thank you.
Отвинь вы! Идиот. Это же Гордон Фримен. Вортигон говорил, что он скоро появится. Доктор Фримен, Алекс Вайнстам. Ворд пытается привести ее в чувство. Вот это славно. Дух Алекс Венс едва держится в теле. Мои соплеменники уже близко. Смотри, чтобы нам никто не мешал. Ага, и кстати. Фримен, раз уж ты здесь, помоги нам. Давай я тебе покажу, как работают датчики приближения льва. Если надо, там есть немного припасов, патроны и аптечки. Датчик включится, если в тоннеле появится лев. Чем больше сигналов, тем больше львов. Если тоннель светится, как новогодняя елка, мы разросты и понятно, а, док? Эй, док! Ты ведь не привел за собой хвост, а? Не слушай его, док. Мы на взводе из-за муравьиных львов. Ворд сказал, мы достаточно далеко от гнезда, чтобы они нас не услышали. Главное, не причинять вреда их личинкам. Но мне что-то не хочется проверять эту теорию. У нас остались всего два пулемета, и те держатся на клейкой ленте и честном слове. С ними, конечно, чувствуешь себя спокойно, но расслабляться не стоит. Эй, Грикс, покажи доктору Фримену, где мы держим медикаменты. А, да, вот там, где сейчас Ворд. Бинты, аптечки и все такое. Начинается. Один сигнал. Идем. Надо защитить Ворда. Когда-нибудь раньше видел муравьиных львов?
Секли! Мы на провале! Все ничего, пока они лезут из одного тоннеля. Доктор Фримен, на тебе пулеметы. Фримен, но без тебя здесь было гораздо спокойнее. Львы в 24-м! Скорее, скорее, сюда! Да тут я, тут! Не отставай! Может, тут останемся? 36-м! Да, займись 12. Давай, в следующий раз, когда на меня нападет лев, ты поможешь отбиться. Да, конечно, не заметить полутораметрового жука. Не меньше десятка. Да мы каждый сняли по десятку, а их там сотни. Док, провал на тебе. 12-й. Мы на 24-м. И что было не так с этой дырой? Thank you.
ты так решил? Мы на 12-м! Это добра у нас на всех! И провал! И 24-й! Они лезут повсюду! Ничего себе гнездо! Два сигнала! Нам долго не продержаться! Берем на себя 36-й! Иди со всеми тоннелями, Фримен! Мы справимся, парни, верно? Три сигнала! Ты смага! Мы недооценили опасность! Не сдаваться! Началось! О, Господи! Эй, смотри, вортигонты подоспели! А, конечно! Я не писал, я просто хотел напугать вас! Нам жаль, что вы пришли так поздно. Многие львы убиты, но многие остались. Надо помочь, Алекс Венс. Не сейчас. Приближаются львы. Мы их усмирим. Thank you.
раны тяжелы. Необходимо глубокое погружение в ворот. Разумеется. Нам требуется личиночный экстракт. Да. Экстракт. Экстракт. Да. Вот именно. Я отправлюсь в глубины гнезда, в священный нектарий. Но мне не проделать этот путь в одиночку. Мы должны остаться здесь, чтобы поддерживать жизнь в Алекс Венс. Фримен, прошу, отправляйся, да, со мной. Возьми, да, Фримена. Лучшего спутника не придумать. Отлично сказано. Слюна содержит кислоту. Она помогает им не только прогрызать коридоры в каменистой породе, но и отпугивать тех, кто посягает на их гнезда. Увы, костюм Фримена защищает тело, но сам он несет урон. Отменный выстрел.
Чувствуют наше присутствие. Чем дальше мы продвинемся, тем сильнее они будут сопротивляться. Его печальная судьба обернулась для нас удачей. Соблюдай осторожность. Примен придумает, пожалуйста, и мы проследуем дальше вместе. Thank you.
не может работать без него. Быстротой мысли и ловкостью. И еще поблагодаришь судьбу за то, что эти ящики уцелели. Что на сей раз преподнесет нам бесконечная череда препятствий? Не бойся, Фримен, я с тобой. Я знал, что истинное предназначение ям в том, чтобы из них выбирались фримены. Стране пропасти. Это приспособление обещает дать нам передышку в череде нескончаемых. Если Фримен согласен со мной, давай отыщем путь в этот благословенный рай, полный вибраций. Устройство вибрации, как вне сомнений, помни, Фримен. Вибрация отпугивает его.
назвал лифт. Как они продолжают драться и не замечают, что у нас там уже нет. Все это очень занимательно, но нам не следует забывать, что мы здесь не развлечения ради. Надо спасти Алекс Нанс. Стража означает, что неподалеку есть личинки. Стражи всегда охраняют молодняк. Ветер доносит снизу аромат экстракта. То, что мы ищем, лежит на дне этой ямы. Эта шахта ведет в зал над нами, где мои сородичи борются за жизнь. Алекс, добыв экстракт, мы сможем быстро воссоединиться с ними, если будет работать лифт. Но как? Как нам спуститься? Храбрый поступок, Фримен. Может быть, ты найдешь способ призвать меня к себе, когда окажешься в нижнем зале.
иначе погубишь экстракт! В крови обнаружено ОВИ. Thank you.
Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Я чую, что Фримен уже внизу. Лифт поможет нам воссоединиться. Спуск. Подожди немного, Фримен, и мы пойдем вместе. Фримен великолепно справился с заданием. Зрелый, совершенный аромат зовет. Иди за мной, Фримен, я приведу нас к его источнику. И сделал самую сложную часть работы, открыв нам путь в это. Поистине, жизнь Алекс Венс в надежных руках. Объем экстракта. Какой крепкий аромат. Ты, Ланга Чаладжер, Гандон. Великолепно. Вот и наша добыча. Одну минуту. Жидкость прекрасного. Вернемся к Алекс Венс. Поистине ты проявил себя героем. Черты, которые мы полагали присущи только вортигонтам. Львиноводство было древнейшим из наших занятий. Оно обеспечивало нас многими важными вещами, но превыше всего ценился этот экстракт. Он способен растворить ложные зависти, разделяющие все это ты увидишь воочию, когда...
остановила. Она угасла. Потеряв ее, мы потеряем все. Смотрите. Экстракт. Да, чудотворный секрет. Скорее. Слейся с нами, когда мы выпьем экстракт. Нужен человек. Согласен? Иди к нам, Фримен. Мы сплетем нить Фримена с ее нитью. Да, идет очищение. Связь между вами похожа на связь Вортигонта. Доктор Фримен, я осознаю, что выбрал не лучшее время для беседы, но мне пришлось дождаться момента, когда ваши друзья не смогут нам. Были времена, когда мисс Венс для них ничего, а человек казался агрессивным существом с монтировкой в руках. Вытащив ее из черной мезы, я поступил наперекор уверениям в том, что она обычный ребенок, не представляющий интереса. Я научился пропускать возгласы неверующих мимо ушей, поскольку я не привык, чтобы мои усилия пропадали, и я уверен, что ее значимость еще выше, чем представлялось вначале. Пришло время вернуть мне должок за то, что я спас вашу жизнь. Доставьте ее в Белую Рощу, доктор Фримен. Мне бы хотелось иметь больший простор для действий, но я связан определенными ограничениями. Да. Так вот, запомни, моя дорогая, когда ты увидишься с отцом, передай ему следующее. Будь готов к непредвиденным последствиям. Она шевельнулась. Форт-форма приобрела целостность. Мы предотвратили неизмеримую потерю. Боже мой! Не шевелись. О, боже мой, я думала, что умерла. Охотник комбайнов нанес тебе смертельные раны. Так вот, что это было. Мы собрали раздробленные кости и восстановили внутренние органы. Но твою ворд-сущность вернул в тело Фримен. Да, это похоже на Гордона. Сколько я была без сознания? Несколько часов. Часов? Ох, нам надо спешить. Еще немного. Но надо вернуться в Белую Рощу. От этого зависит все. Не бойся, мы покажем вам путь. А теперь осторожно попытайся подняться. Ого! Не знаю, что вы сделали. Но кажется, мне сильно повезло, что я осталась жива. Идем. Я покажу дорогу в Белую Рощу. Давай, Гордон, становись рядом. Мы продолжим охоту со советниками. Прощайте. Безопасной дороги. Доброго пути. Удачи вам. Давай, Фримен, сохраняй адекватность. А это что, черт возьми, значит? А, понятия не имею. Что-то в стиле вортигонтов. Thank you.
уже могу идти сама. Дай попробую. Немного покалывает, но... В целом ничего, порядок. Ого! Это был страж. Кто-то здорово его рассердил. Страж в ярости из-за того, что мы забрали экстракт. Если он попытается мешать нашему продвижению, его придется уничтожить. Вы разворошили это гнездо. Неудивительно, что он злится.